Вы уже все получили, и багаж получил это. Все, мы сейчас едем. Зелененьком. Вон он в зелененьком. Стой! Стой! Нет. Не она! А ты где? Вот если ты спиной в вокзал стоишь, то мы правее. Привет! Давайте. Кидай. Кидай. Я ничего не слышу, Дима. Ой, да, все поддерживаю. С приездом. Ой, так надо глотать было. А я что делала? Полчаса глотала, пока. И все бесполезно? Ой, так она же не слышит, да, поэтому я. Это оптимально сейчас он орет. Я же сама, наверное, ору. Да, потерпевшая. Ох, бедная наша девочка. Я не спала полтора суток. Все, спите. Полутора. Мы тогда через центр не едем, мы через ЕКАТ едем. В смысле, через КАТ. Екатеринбург? Через КАТ едем. Или через центр едем. То есть два варианта. Или я быстрый. Я видела мосты, огоньки точнее от мостов, когда мы садились. Давай все. Проедем, там не намного дольше. Монумент освободителям или как? Защитникам? Защитникам. Ленинграда. 41-43. Город-герой Ленинград. Это Московская площадь. Да. Тут ледяные типа скульптуры, фонтаны. А нас вчера... Здесь вот выход из метро есть, мы вот здесь высаживались и пешком шли в ту сторону, через парк на Гриндей, прибыль назад. Победоносным российским войскам в память подвигов в Персии, Турции и при усмирении Польши. Стекающими огнями. Театр марионеток.
Лево это Адмиралтейство. Слева вон крейсер «Аврора» стоит. Крейсер «Аврора» стоит у пирса. Вон, Кать, видишь? Нет, мой дозырь. Посадовый, посеной. Льдины плывут. Ну, уровень поднимался сегодня. Точнее, вчера. Дамбы закрывали. Открывали. Открывали потом уже, когда отошло. Все. Это что такое? Обычный торговый центр такой. Бенуа называется. Ах, все-таки Бенуа. Красота. Бизнес-центр. Кажется, что дофигища. Поворот на Блюхера. Академика Сахарова дальше. Пруд Полюстровский. Да едва здесь три. Ну вот этот большой так называется. Этот, я думаю, все-таки искусственный. Остальное лужи. Идти от дома на самом деле недалеко. Можно сходить. Ну что, прибыли? Ай, что-то так штопор.